Всем привет, это мой аккаунт Instagram mtz.ok. Здесь всякая коротенькая полезная информация, прикольчики, прикольные фотографии, какие-то интересные новости на эту тему. Вот все в актуальном разбито по темам. В общем, интересно. Плюс это обратная связь со мной. Кто еще не подписан, рекомендую прямо сейчас достать телефон и подписаться. Ну а сейчас переходим к основной теме. Сегодня едем в Щурово. Бесплатные пляжи, турбаз, НКМЗ, Липа, Медик. Сделаем обзорчик. Старая добрая турбаза НКМЗ. Много воспоминаний навеивает это место. Есть одна особенность этой турбазы, да и вообще Щурова в целом. Это много мест, нетронутых со времен СССР. Вот они как были изначально в то время, вот точно остаются и сейчас. И это такая изюминка, которая очень радует. Ну, лично меня, по крайней мере. Как будто капсула времени. Вот это столовая, умывальники еще тех времен. Как будто перенесся в прошлое и напоминает это все детский лагерь. И заброшенным все это не выглядит. Вот просто как будто ты в СССР. Не садится. Рабочее место лодочной станции. Вот здесь катамараны еще тех времен. Они сдаются. Все как будто перенесся в прошлое. Вот такие домики. Это здание очень вызывает ностальгические чувства. Детские площадки. Но есть и современные моменты. Кстати, в этом году этот туалет почему-то не работает. Ну и сам пляж турбазы НКМЗ. Есть навесы, грибочки. В общем, с теньком проблем нет. Горка есть, даже две. Людей много, все так живенько, активно. Хотя сегодня понедельник. Есть волейбольная площадка. Раньше проводились там турнирчики по волейболу. Как сейчас, не знаю. Вода сегодня теплая. Ну, а речка, как обычно. Ну, не то чтобы чистая и не то чтобы грязная. Ну, как-то так. Мне здесь всегда нравится такое сочетание цивилизации и леса. Глубина в речке не резкая, так что детям нормально тут плескаться. На самом пляже чисто, стоят урны, убираются. Но на тропинках между пляжами мусора полно, конечно. Решили зайти на кафешку. И какой нас ждал там подвох? А никакого подвоха не было. Обычная кафешка и обычные пляжные цены. Купили окрошку, сосиску в тесте. Вот такая сосиска в тесте. Крошечка и вот такой интересный чаек. Он разбавляется кипятком, как варенье жидкий в пачечках. Это грейпфрут с мохито. Сейчас отведаем окрошку, посмотрим, какая здесь на пляже. 40 гривен окрошка. И 25 такой чаек. Сосиска в тесте 25 гривен. Ну, вперед, поехали. Вот такие пирожечки купили. 20 гривен пирожок. Горячий. Яблоко с абрикосом. Соседний пляж. По-моему, это пляж Дубок.
тут они небольшие переходы между пляжами. В общем, практически все как одно место. Вот тоже меню, тоже кафешки. Ага, Робинзон, ночной клуб, диско-бар. Ну, про вечернее Щурово это надо снять отдельное видео. Вот такие круглые домики еще есть. Вечером, конечно, здесь все очень активно. Много молодежи, много движения всякого. Дубок. Пришли на кафешку турбазы НКМЗ. Квас и ситро по 20. И в лесу на самом деле это все. В общем, так выглядит Щурово моими глазами. Кому понравилось, подпишитесь и поставьте лайк. До новых встреч!